В Узбекистане внимательно следят за развитием военно-политической ситуации в Афганистане, в том числе в приграничных северных провинциях, заявил МИД. Вызывает крайнюю обеспокоенность рост насилия в соседней стране. Эскалация напряженности в условиях новой волны пандемии коронавируса все больше осложняет жизнь афганского народа. Настоятельно призываем все вовлеченные в конфликт стороны воздержаться от применения силы и к недопущению жертв среди гражданского населения, говорится в заявлении. По данным МИДа, в июне 53 военнослужащих афганских пограничных войск и бойцов местного ополчения с оружием перешли на территорию Узбекистана в районе уезда Шортипа. После проведения необходимых процедур дознания и следственных действий афганские граждане были возвращены на родину. Любые попытки незаконного перехода на узбекскую территорию будут жестко пресекаться. В отношении нарушителей государственной границы будут приниматься самые строгие меры, заявил МИД Узбекистана.